В этом году в Московской области продолжится модернизация железнодорожных станций. Так, Центральная пригородная пассажирская компания обещает модернизировать 8 подмосковных станций. В их число вошла и платформа Коренева. В ходе ремонта заменят плиты перекрытия и фундаментные блоки, ограждения и сходы, установят урны и лавочки, а также светодиодное освещение. Каждая платформа будет снабжена линией безопасности, а тактильная плитка возле сходов сделает удобнее передвижение лиц с ограниченными возможностями.